Доброе утро, Москва. Сегодня 29 октября. На улице малооблачно, без осадков, местами очаги густых дымок с ухудшением видимости. Температура воздуха плюс 4 градуса ровно. В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе по-прежнему будет определяться северо-западной периферией среднеазиатского антициклона. Поэтому в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность, без осадков, ветер южный, юго-восточный 3,8 метра в секунду. В столице днем воздух прогреется до плюс 9-11, в Подмосковье от 7 до 12 градусов тепла, что на 5-6 градусов выше, чем положено в конце октября. При этом атмосферное давление немного понизится и составит 750 миллиметров ртутного столба. Это была погода от Центра Фобос. Я Евгений Тишковец. Доброго дня.